В общеобразовательной Кизимской школе, что в Устенском районе, на сегодняшний день остро стоит вопрос необходимости ремонта здания. Из-за обилия дождей во многих кабинетах образовались потеки на стенах и потолке. Местами появилась плесень и осыпалась штукатурка. Влажность здания школы повышенная. Некоторые кабинеты пришлось и вовсе закрыть, так как работать в таких условиях детям и педагогам крайне тяжело. На ремонт крыши школе необходимо порядка 3 миллионов рублей. Администрация школы осуществить ремонт своими силами не в состоянии. Это опасно для здоровья детей в первую очередь. Им трудно заниматься в таких кабинетах, в которых целая плесень на потолке и повышенная влажность. Они часто болеют. Опасно даже ходить по нашим переходам, коридорам, потому что вот такой пласт буквально 1 сентября упал. Хорошо, что они никому не болели. Сейчас в школе обучается более 300 детей. В настоящее время смета на ремонт крыши уже составлена и направлена в Архангельск. Так что теперь остается ждать отчета чиновников.